семена кабачка Казанова F1 выращивают рассадным и безрассадным способом. В первом случае урожай собирают на от 10 до 15 дней раньше. Рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков, а грунт прогреется до 16 градусов. Семена кабачка Казанова F1 высевают в середине мая. Плоды продолжительное время сохраняют товарные качества, не перерастают. За это сорт ценится среди многих садоводов. Плод в технической спелости цилиндрической формы, кожица гладкая, светло-зеленого цвета с белыми средней величины точками. Масса составляет 0,8–1,6 кг. Мякоть кремовая, плотная. Вкус отличный. Кабачок Казанова F1 – это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.